Вязание производила спицами и крючком. Помогали мне, значит, моя дочь Ионова Анастасия и одаренная девочка Коршунова Алена, студентка Горного института архитектурно-строительный факультет. Дерево любви у нас обвязано для новобрачных. И остальные у нас полосатые все деревья, цвета бренда нашего города Магнитогорска, нашего администрации города. Интересно, конечно, много сердечки тут, и монеты, просто, конечно. И вязание какое-то, такая работа большая. Нравится? Нравится. Оригинально, прям вообще хорошо смотрится, сразу так ярко стало.